Приветствую всех на своем канале. На дворе сегодня очень пасмурно, идет дождь, расцвел персик. Все хорошо, а в доме райский уголок. А райский уголок состоит из таких цветочков. Расцвела бабочка. Смотрите, как красиво распустила свои крылышки. И эти крылышки открылись. У меня есть еще одна бабочка, она не открывает свои крылышки, а эта открылась. А это похожая бабочка, но она, видите, какая, не хочет открывать свои боковые лепесточки. Тоже очень красивая. Она уже очень долго цветет, еще с Нового года. И вот она еще распускает и распускает, вот наращивает бутончики. Этот отцвел уже, отпадет скоро, но вот она продолжает рост. Листик внутри растет, эти цветочки не закрываются. Корневая в норме, вон растущий молодой корешочек. А это рядом еще одна бабочка, только другого цвета. Она здесь будет желтая, ярко-желтая. И с малиновой губой. И две бабочки в одном горшочке. Это прекрасное зрелище. А вот эта орхидейка, я не знаю, как она называется. Она тоже очень волнистая. Ободочек имеет. Но она не совсем бабочка. У нее нет защипчиков. Ну, посмотрите, какие волнистые ободочки. Цветочек изумительный. Камера цвет не передает. Почему-то он очень-очень темный и с таким переливом, как сахаринки на нем аж. Как вот показать? Без вспышки, может быть, без фонарика. Сейчас попробуем. Нет, без фонарика вообще другой цвет. К сожалению, сейчас солнышка нет на улице. И не могу вам показать. А эта орхидейка, я вам обещала ее показать, это пультерима. Она только-только начинает распускаться. Ну, еще, конечно, цвет мы не увидим. Сегодня первый день. Покажу в следующем видео, какой у нее прекрасный цвет. Эта орхидеечка у меня выросла с одного листика. Вот этот листик старый остался, а эти все молодые. Вот чем-то она покрылась, не знаю, заболела, наверное. Видите? Или что-то подъела ее, подкусила. А если кто знает название этой орхидейки, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Очень хочется знать. Вот этот цветочек у нее не бабочка, а вот этот как бабочка. Этот чуть-чуть на одном лепесточке. Волнистость. Ну, очень красивый. Так долго цветет. Это мультифлорка. А мультифлорки очень долго цветут. Вот у меня тоже рядом мультифлорка. Она похожа на дикого кота, только в уменьшенном размере. Дикий кот намного больше имеет цветочек, крупнее. Этот сантиметров, наверное, 5. Что это такое на нем? Дырочки какие-то. А у дикого кота, вот видите, смотрите, какой красивый. Сантиметров 11 у меня мой дикий кот. Он спустил все цветочки, сбросил. И наращивает вот новые бутончики. Как только распустится, я вам покажу. А вот у меня еще расцвела орхидейка желтая. Она набирала бутончики. И сегодня один цветочек. Тоже название ее не знаю. Но она изумительная. Она не очень крупная. Это мультифлора. Вот смотрите, какой цветонос здесь. Здесь я ее покупала как отцветашка. Были все отцвели вот до этой поры. И она решила нарастить новые бутончики. Посмотрите, сколько много. Очень красиво. Цветы были засохшие, то есть цветочек я не видела. Просто я купила. Но очень удивилась, когда она расцвела. Корневая у нее хорошая,
в отличном состоянии, поэтому я ее забрала. Здесь тоже все в порядке. Немножко красоты я вам показала, а теперь покажу свои реанимашечки. Это восковая орхидейка ампельная. Видите, как она нарастила корневую систему. Этот желтый листочек надо убрать. Один листочек она решила все-таки сбросить. Но корневая у нее хорошая. Видите, старый корешочек пришел в негодность, так как он был постоянно в воде. Ну, не в воде, а в растворе. Я вам рассказывала в прошлом видео, как я готовлю раствор. Посмотрите, кому интересно. Вот вторая орхидейка, видите? Она тоже листочки засушила. Вот этот полностью засушила. А этот вот до половины. Новые листочки нарастила. Вот этот вот новенький, видите, какой хороший. И корневая система пошла. Меня некоторые подписчики спрашивали, если нет ни одного корня, как я держу в растворе? Вот это тот самый образец, который как бы отвечу на вопрос. Если нет ни одного старого корня, как нарастить корневую? Да просто, видите, старая была засохшая шейка. Я ее погрузила в препарат HB101. Там на видео есть, как я развожу этот препарат. И видите, что получилось? Корни наросли. Видите, этот новый корень. Здесь ни одного нет. Ну, ее родного корня старого, с которым я покупала. Видите? Только была шеечка. Потом все со временем эту шейку я срежу. Она не нужна будет. И будет хорошее крепкое растение. Вот еще один листочек растет. Эти листики сухие сниму. Вот так в препарат я ставлю. И кончиком шейки касается орхидейка препарата. И вот тоже такой вариант, видите, маленькая орхидейка мини с одного листочка, то, что я говорила, можно вырастить. Видите, старые корни отошли, и вот он пускает новый корешочек. Видите, все с одного листочка. Орхидейки с одного листочка тоже спокойно могут прорастать. Следующая орхидейка. Вот, видите, какой. Это прошлое видео я снимала. Осталось два старых корешочка. Новые она еще нигде не пускает. Прошло, ну, сколько, 3 дня. Это мало вообще-то для орхидейки 3 дня. Хотя бы 2 недели. И я сниму вам новое видео и покажу результат. Вот еще одна реанимашка наращивала корневую систему. Вот смотрите, сколько корней она нарастила. И уже, думаю, наверное, достаточно корней. Можно поставить ее в более сухую систему. Поставила в двойной горшочек, внизу вода. И она начала вянуть листики. Ей такая система не понравилась. Я вернула ее обратно в препарат HB101. В стаканчике на дне немножко воды. И она продолжила свой рост. Вот видите, новые корни пускает. И эти даже дальше раскуклились. А это все она нарастила. Тут не было корней. Вот один тяж вот этот был. Вот этот вот. Сейчас покажу одной рукой, неудобно. И все, и сухая шейка. А это были черные точечки. И она с этих точечек тоже выпустила корни. Я думала, это она, ну, подгнила там. Но ничем не мазала, ничего не делала. Хотела посмотреть результат, как она поборется сама. И ей удалось, видите, нарастила все. Вот эти листочки, правда, она отсушила. Ну, это естественно. Они должны отходить, а новые наращивать. Так как листья меняются со временем. Мои орхидейки стоят на полочке, такой, как я купила. Лесенка называется. Им очень удобно. Горшочки я купила всем двойные. И они прекрасно смотрятся. Только леодора наверху у меня в таком стоит, в кашпо. Но она еще не цветет. Как зацветет, я покажу. И вот так смотрятся мои орхидейки
на окошке. И вот эта желтенькая, которая сегодня распустила цветочек. Название тоже не знаю. На горшке не пропечатано. Чармер продолжает расти в два цветочка, не сбрасывает. Вот еще наращивает, продолжает цветочки наращивать. Чармер вообще трудолюбивая орхидеечка, но очень прекрасно растет и радует. Цветочек крупненький, форма цветка тоже очень красивая. А здесь у меня попугайчик. Прекрасно тоже себя чувствуют. Они не на окне стоят, они напротив окна. Здесь тоже у меня полочка небольшая. И им тоже здесь удобно и хорошо. Хочу показать, как разрослись мои башмачки. Смотрите, как они хорошо пошли в рост со всех сторон. Здесь три вида башмачка. И они все прекрасно себя чувствуют. Вот этот башмачок зеленый замечательно цвел, а эти два вида у меня еще не цвели. Вот это название, видите, как он называется? Я очень ослабленно его купила. Но надеюсь, он выживет в моих условиях и будет радовать меня своим цветением. У него листики красивые, видите, пятнистые. А может быть, это два одинаковых сорта. Вот этот, видите, пятнистый я купила. Это называется Мауди. А этот называется, вот так называется, я даже подвину, вот так напишу, как мне прислали, так я и покажу. И с той стороны что-то написано, ну ладно, листья у него очень красивые. Этот цветет красиво. Лист однотонный, но цвет замечательный. Просмотрев цветочки, настроение улучшилось, на дворе дождь прошел, все замечательно, все хорошо. Всем удачи, всем пока! Кому было интересно, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь вместе со мной. Всего вам доброго!